Здравствуйте, дорогие друзья! В сентябре 2019 года совместно с подписчиками канала состоялась экспедиция по Рязанской области. Обзорный фильм по этой экспедиции уже вышел на канале. В нем перечисляются места, где мы побывали за эти 5 дней, а также делаются общие выводы. Кто еще не посмотрел тот фильм, то ссылочка на него будет в описании под этим фильмом. Сегодня же хотим вам показать один из объектов, посещенных в ходе этой экспедиции. И этот объект официально называется Казенный винный склад в Ряжске. Для начала, как всегда, давайте узнаем, что об этом нам говорят официальные источники. Город Ряжск возник на севере известного издавна Ряжского поля как укрепленный пост, контролировавший Волок, соединяющий водоразделы бассейнов реки Оки и Дона. По Волоку на колесах перетаскивали небольшие лодки, струги, челны от реки Хупты до реки Станова Ряса. Вывозили на них для торговли меха, хлеб, воск, мед. В 1502 году великий князь Иван III, отправляя водным путем турецкого посла на родину из Москвы, дал наказ, цитата с муниципального сайта: «От старой Рязани ехать ему пронию вверх, а из прони к Пранову, а из Прановой хуптую вверх, до переволоки до Рязского поля, да переволокую Рязским полем до реки до Рясы». Конец цитаты. Опираясь на это сообщение, историки датируют первое упоминание о Ряжске 1502 годом и от него отсчитывают его возраст. По их мнению, наиболее вероятной версией происхождения названия города Ряжска от имени реки Ряса, Рязского поля. И в документах 16-17 веков название города фигурирует как Ряск, Рязской, Рязков. В мощной оборонительной системе московского государства 16-17 веков, большой засечной черте, сторожевая опорная крепость Рязков имела важное значение, защищая Русь от набегов крымских и ногайских татар. О том, что Ряжск был городом-воином, напоминали еще в начале 20 века существовавшие вокруг него слободы – Стрелецкая, Пушкарская, Ямская. Древняя Ряжская крепость находилась на бугре и поныне обрывающемся к реке Хупте, там, где к ней подходит Малиновый овраг. Цитата с муниципального сайта. В 1807 году крепость в городе Земляная имела вокруг мерою 430 сажень и вал, который весь опал. То есть длина вала была 917 метров. Внутри же сей крепости каменного строения, церковь соборная с колокольнею, часовня, казначейство складовую, деревянного, гранический дом, присутственные места и архив. Ремесла в сем городе: иконописное, портное, сапожное, кузнечное, свечное, штукатурное, столярное и плотничье. Фабрик и заводов нет. Конец цитаты. Тогда в Ряжске жили дворяне, приказослужители, купцы, мещане, церковный приют, имщики, штатные и отставные солдаты, экономические крестьяне, однодворцы. Всего 3162 человека. Население Ряжской округи участвовало в Первой крестьянской войне 1606-1607 годов под руководством Болотникова. Не обошла стороной Ряжские земли и крестьянская война, вождем которой был Степан Разин. Даже после его казни в 1675 году казаки-разинцы поднимали крестьян на борьбу под Козловым, Ряжском, Тамбовым. В 1719 году Петром I был издан указ об учреждении берколлегиума для введения воном дел о рудах и минералах. И одним из первых дел берколлегиума стало открытие всего в 8 километрах от Ряжска угольного месторождения. В начале 18 века около села Петрово крестьянин Иван Палицын обнаружил ископаемый уголь и послал его в берколлегиум. Образцы солнечного камня были доставлены из села Петрово в Санкт-Петербург. Узнав об этом, Петр I в 1724 году направил в Ряжск экспедицию в составе выписанных специально из Англии угольного мастера Ягана Никсона и четырех его помощников. Помимо иностранцев в село Петрово выехали унтер-офицер Андрей Маслов и рудоискатель казенной команды подьячий Григорий Капустин, прославившийся в то время своими изысканиями серебряных и железных руд и открывший каменный уголь на Дону. Наличие угольных месторождений под Петровым было подтверждено, а результаты экспедиции были доложены Петру I. И 7 октября 1724 года он дал берколлегии указ, в котором потребовал продолжить изыскание. Так началось освоение будущего подмосковного угольного бассейна. На муниципальном сайте города Ряжск, среди прочих
знаменательных событий отмечено в том числе учреждение в 1828 году больницы на 12 коек, а также открытие на пожертвованные средства в 1860 году при уездном училище публичной библиотеки. Во второй половине XIX века на территории Ряжского уезда развернулось интенсивное строительство железных дорог. На участке Рязань-Козлов движение открылось в 1866 году. Через год поезда пошли из Ряжского в Моршанск, в 1870 году на Скопин. Ряжск стал железнодорожным узлом на пересечении Рязано-Уральской и Сызрано-Рязанской железных дорог. Конец краткой официальной исторической справки. То есть, по мнению официальной истории, ничего нового, все как обычно. Набеги кочевников, засечная черта, смута в начале 17 века, крестьянские войны, заводов и фабрик нет, заморские инженеры, крепость земляная, дома деревянные, но есть кирпичные храмы, построенные, видимо, из кирпича, привезенного в лодках по рекам, ну или в телегах по бездорожью. И тут, как бы случайно, нашли уголь в начале 18 века, причем как будто под стать этому событию в Санкт-Петербурге был создан Берг-коллегиум. А обычный, крепостной, скорее всего, неграмотный крестьянин в рязанской глубинке знал об этой организации и отправил туда образец угля. А потом вдруг пошло резкое развитие промышленности. Именно так и звучит официальная версия. И тут оказывается, что в Ряжске есть необычайно красивое здание, так называемый казенный винный склад, который выбивается из всей этой официальной концепции. Так давайте на него и посмотрим. Сам по себе этот склад состоял из нескольких зданий. Друзья, то, что мы видим сейчас, это остаток первого здания. Изначально оно было длиннее как минимум в 4 раза. Забор из профлиста как раз закрывает то место, где здание стояло. Здание было пятиэтажным. 2 высоких этажа посередине. По одному низкому этажу сверху и снизу, и мансардный этаж в самом верху. Нижний этаж, ну, как и положено, имеет окна, смотрящие в землю, и засыпан на 1,5-2 метра. Мансардный этаж имеет кованые ажурные украшения. Сразу хочу показать проходную на этот склад. Забор от здания и часть здания проходной – это совсем недавний новодел, 20 века. Кладка очень небрежная. И кладочная смесь, и кирпич другого цвета. Верхняя часть здания проходной тоже новодел, но немного постарше. Это настройка уже конца 19 века. Видно, что кирпич сверху и снизу разный по цвету и качеству. Таким образом, тот факт, что старинная проходная находится на современном уровне грунта, говорит только о том, что ее так переделывали, а не построили изначально. Но возвращаемся к первому зданию в этом комплексе. В стенах, как всегда, видим толстенные стяжки. Ну, это, видимо, бочек с вином было так много, что они создавали избыточный распор изнутри здания. Или очень много людей шагали по лестницам за вином, создавая при этом сильную вибрацию. Друзья, это, конечно же, сарказм. Но факт остается фактом. Стены имеют мощное армирование толстенными стяжками. Арочные окна и двери имеют завершение из кирпича, декорированных в виде замковых камней. А само здание имеет очень красивую архитектуру и украшения. Повторюсь, это не дворец какого-то барина, не Кремль, даже не монастырь. По официальным данным, это просто винный склад. При всем при этом, как мы помним из официальной информации, здесь не было никаких заводов, то есть вино для хранения сюда привозили, так же как и стройматериалы, в телегах по бездорожью, так получается. Стены имеют толщину около метра и сложены на известковый раствор. Хочу заметить, что кладка очень крепкая. Повсюду валяются огромные глыбы из кирпичей, склеенных известковым раствором. Это куски стен, и они даже не думают рассыпаться. И снова задаемся вопросом, откуда взялось такое количество кирпича и извести, если официально заводов здесь не было? Кстати, если кто не знал, то в карьерах добывают известняк, а не известь. Известь получается после обжига и гашения известняка. И для этого нужны печи и бассейн. Соответственно, для такого большого строительства нужно много извести и большие печи. Обратите внимание, перекрытия выполнены из металлических балок, и в некоторых местах балки между собой клепанные.
Друзья, в некоторых прошлых фильмах, например, в обзорном фильме по храмовым постройкам, а также в фильме про Тульский патронный завод, я специально обращал ваше внимание на эти балки, которые называются «Двутавр». Вы пока можете написать в комментариях, что согласно официальной истории, прокат железа научились делать только во второй половине 19 века, следовательно, это здание не является допотопным, и его сразу так построили засыпанными окнами. Нам на самом деле интересно, сколько людей все еще так думает. Подчеркиваю, я не просто так в течение года показываю вам эти балки, из которых выполнено перекрытие между этажами. В одном из следующих фильмов вы поймете почему. Видно, насколько нижний этаж ниже уровня земли. Но это вовсе не подвал, это полноценный этаж. Тут была лестница с самого низа до самого верха. Внизу стены мы видим кирпич, который позеленел от сырости. То есть ниже там нет гидроизоляции и фундамента. Зато есть окна, смотрящие в землю, и заложенные полноценные двери, или даже скорее ворота. Судя по всему, с этой стороны были административные помещения, так как на южной стороне нет кованых украшений. Засыпанное окно, и за окном тот самый полноценный этаж, в котором мы только что были. Сейчас мы с обратной стороны первого здания, а само здание продолжалось дальше. Видимо, тут стояли очень большие бочки для вина. Или все же изначально это здание строилось для чего-то другого, а подвинный склад его стали использовать уже после реконструкции. Окна соседнего здания. Сейчас это действующая котельная. А сверху оно также небрежно надстроено. Причем, смотрите, окна имеют разный размер, но находятся в структуре одной стены. Если бы это на самом деле было помещение склада, какой смысл делать окна разных размеров? А вот и дверь в земле. А вот что находится за этой дверью. Там полноценный высокий этаж, опять же, с железными балками в перекрытии. Так это здание выглядит с другой стороны. А еще тут есть старинная вытяжная труба. Не такая красивая, как мы видели в Плавске, но тоже довольно необычная и имеет узорную кладку. Эта котельная построена рядом с такой вот башней. Однако она такая красивая только снаружи. Внутри ничего интересного нет, там не осталось даже перекрытий. Хотя они там были. Немного поодаль стоит третье здание. Оно также все в узорчиках. Друзья, таким образом мы имеем три огромных корпуса. Не слишком ли много для вина? Для одного маленького города, в котором даже винного завода нет. Я уже не говорю про красоту этих зданий, изящную кирпичную кладку и необычную архитектуру. Также хочу подчеркнуть, что кругом видны следы переделок, как давних, так и не очень. При всем при этом, эти здания имеют явные признаки производственных сооружений. Здесь есть широкая вытяжная труба, толстые стяжки, связывающие все стены каждого здания в единый каркас. Есть разная высота окон на одном этаже. Все здания разной этажности, сами здания расположены на дистанции друг от друга с расчетом удобного подъезда к ним тяжелого транспорта. Расположение всего комплекса в самом центре города, и рядом есть водоем. Что это могло быть? Да что угодно. Швейная фабрика, кирпичный завод, стекольное производство и так далее. Все ресурсы есть в наличии, например, рядом есть месторождение угля. И как мы узнаем из дальнейших фильмов, еще и железные руды. Однако нам говорят, что это был винный склад, да еще и казенный, то есть государственный. Вспоминаем про то, что согласно официальной истории, нам все строили итальянцы и пленные немцы. И официальная картина маслом складывается полностью.
Имея богатые природные запасы сырья, наш народ не умеет ничего, кроме как пить. Даже на разведку угля позвали англичан. Подчеркиваю, это не наша точка зрения, а официальная. Мы же говорим, что все было с точностью до наоборот. Наши предки были талантливые, зодчие, умели строить, добывать ресурсы и при этом не нарушать природного баланса. Авинным складом это здание стало уже после переделки в конце 19 века, чтобы огромные корпуса не пустовали. А изначально, повторюсь, это могла быть ткацкая фабрика, стекольное производство, кирпичный завод или завод по производству керамики. Да любое производство здесь можно разместить. Все производственные признаки этому способствуют. Но нет, не придумали ничего лучше, чем повесить табличку «Винный склад». Что бы там ни было в прошлом, ситуация сейчас еще хуже. Когда комплекс был складом, то за ним хоть как-то следили. А сейчас такая красота просто стоит никому не нужно и постепенно разваливается без должного ухода. И наверняка какая-то комиссия уже признала ремонт нерациональным, а здание не представляющим исторической ценности. И место это, скорее всего, уже куплено под очередной торговый центр. Вот так и уходит наше настоящее прошлое. А нам лишь останется воспоминание, что тут был всего лишь какой-то винный склад. И никаких заводов в Ряжске не было. А следующее поколение вообще будет знать только про торговый центр на этом месте. Так и взращивается общество потребления, которое ничего не помнит далее третьего поколения. Друзья, чтобы не заканчивать фильм на такой печальной ноте, добавлю, что впереди еще много фильмов, и в них много интересного. И нам на самом деле есть чем гордиться в своей истории. Главное ее помнить. Поэтому я с вами не прощаюсь. И уже скоро будем продолжать вместе вспоминать наше реальное прошлое. Благодарю вас за внимание. Всего вам доброго. До свидания.